Созвездие ярких имен. Под таким названием в областном историко-краеведческом музее состоялось открытие выставки. Она посвящена юбилеям выдающихся личностей страны. К примеру, среди яркой плеяды покорителей космического пространства есть и наши земляки. В этом году исполняется 95 лет со дня рождения летчика-космонавта Владимира Шаталова. Открытие выставки состоялось в праздничной атмосфере с приглашением творческих коллективов, почетных гостей и посетителей. Выдающиеся личности Казахстана – гордость народа. Творчество Габита Мусрепова не перестает быть актуальным и трогать сердца читателей в современности. 22 марта исполняется 120 лет со дня рождения казахского писателя. На нашей выставке представлены личные вещи Габита Мусрепова. Одним из уникальных экспонатов является детское седло, чайный сервиз, который передали для хранения нашего музея его дальние родственники. Также вы можете видеть здесь домбру, которая была подарена писателю на его 70-летний юбилей. Также на нашей выставке присутствует рукописный роман «Улпан». Юбилейная в этом году дата со дня рождения общественно-политического деятеля, ученого, публициста Ахмета Байтурсынова. Наш земляк Сафуан Шаймерденов – автор романов, повестей и остросюжетных рассказов. На выставке можно узнать чуть больше о талантливых казахстанцев. И особенно это будет полезно молодому поколению, считают зрители мероприятия. Казахстан. Эта выставка важна для нашего региона, для молодежи и для взрослых людей. Казахстан богат талантливыми, выдающимися людьми. Их имена визитные карточка нашей страны. Благодаря их усилиям прошло становление государственности и независимости. Летчик-испытатель, космонавт Александр Викторенко также наш земляк. Он родился в селе Ольгинка Сергеевского района. И на степных просторах у него появилась мечта о космосе. Фотографии и личные вещи позволяют больше узнать о творческом пути ярких личностей Казахстана. Наталья Аитова, Олег Косинов, служба новостей.